Ой, привет, Ларис. Как делишки? Хорошо. А где? Где Володя? Пока еще нету. Как нету? Нет. Блин, ну как же так? Не знаю. Все отказываются, я не могу понять, почему. Да. Блин, надо сейчас позвонить ему, узнать где он. А принесите Скажи. Пока чайку, пожалуйста. Человек, принеси чай. Все, принесу, хорошо. Ты думаешь, придет? Я уже сомневаюсь, что-то да? Все да, боятся. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что придется делать, одной да? пить. Ваш чай. А, спасибо. Скажи, а как тебя зовут? Махмуд. Махмуд? Слушай, а если мы тебя будем звать Володя, как ты насчет этого? Ну, да, давай, Володя. Володя? Mm-hmm. Слушай, Володя, а ты сможешь спеть песню с Ларисой, а? С Ларисой? Знаешь, давай. Что, мы тебе 100 тысяч заплатим, ну, если выиграешь, согласен? А? Ну, давай. Да? Да, в общем, да. Мы тебя называем Володя, и ты поешь сегодня песню с Ларисой, хорошо? Да, да, да. Согласен? Да. Все. Хорошо. Отлично, ребята. Бокс! Ночи погаснут небеса, и так легко смотреть в твои глаза. Так хочет сердце рассказать то, о чем никто не должен знать.
вас есть ровно одна неделя, чтобы проголосовать за одного из участников сегодняшнего дуэта. Либо Лариса Михайлик, либо Владимир Баранчук. Вот, заходите на наш официальный сайт www.mahor.ru и оставляйте свои голоса и, конечно же, комментируйте. Еще подписывайтесь на наш канал Нармахор в Ютубе, ставьте лайки, классы, ставьте большие пальцы, в общем, все возможные штуки. И также спасибо огромное нашему спонсору Елинский пищевой комбинат. Самые классные консервы это, конечно, от Елинского. И пока!